Люберцы снова присоединились к «Ночи искусств». Музейно-выставочный комплекс стал главной локацией проведения всероссийской акции. Для посетителей подготовили творческие мастер-классы, культурно-образовательные лекции, музыкально-поэтический концерт. Подробнее расскажем в сюжете. На всех этажах музейно-выставочного комплекса посетителей ждало более 10 локаций с синтезом искусств. Психология, живопись, музыка и культура, наука и искусство. Каждый мог найти что-то интересное. Первый раз мы попали с подругой на «Ночь искусств». Замечательное впечатление, нам все очень понравилось. Такая прекрасная экспозиция. С большим интересом посмотрели картины. Чтобы такие вечера проводили почаще, с удовольствием будем присутствовать на них, наслаждаться такой красотой, замечательными лекциями, экскурсиями. Только в «Ночь искусств» посетителям представилась возможность увидеть уникальные перьевые ручки из частной коллекции директора Международного института новых образовательных технологий Сергея Кувшинова. Экспонаты посвящены двум гениям эпохи Возрождения. Это Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти. И сегодня мы представляем не только коллекцию ручек, но и представляем «Тайный вечер» Леонардо да Винчи в масштабе 1:1, 8 метров длиной, 265 метров высотой. И представляем Сикстинскую капеллу издательского дома «Слово», где вся Сикстинская капелла напечатана тоже в масштабе 1:1. Презентация экскурсии «Спутники детства. Игрушки» объединила и детей, и взрослых. Многим представленным здесь экспонатам более 150 лет. Наша кукла, которая сидит здесь, это называется кукла «Соланж». Это 1832 год. Уникальный предмет. То есть для коллекционера это просто находка. Да? Это оригинал. Это все оригинал. Мы рады, что мы смогли продлить это время пребывания посетителей у нас в учреждении. Потому что встречаются такие посетители, которые работают до 9 вечера. И в силах каких-то обстоятельств не могут попасть и приобщиться к искусству. В эти вечера и ночи у них есть все шансы. Люберецкий музейно-выставочный комплекс ежегодно проводит две акции – «Ночь музеев» и «Ночь искусств». В этом году они прошли в 9-й раз, и их посетили более 1000 человек. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.